Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Константин Ильковский вручил государственные награды и награды Забайкальского края работникам образования, здравоохранения, правоохранительных органов, экономистам и тем, кто заслужил внимание от государства, работая на благо своей семьи и близких людей. Одной из самых достойных наград стала медаль за спасение погибавших, врученная вдове Сергея Шубкина Жанне Ивановне. Летом 2013 года Шубкин ценой собственной жизни спас мальчика и его отца на Карповских озерах. Сама Жанна Ивановна, вспоминая подвиг своего мужа, не смогла сдержать слез. Вы сами прекрасно понимаете, что сложно, тяжело говорить. Но все равно благодарны, что отметили его, что пусть это посмертно, но он получил награду. Он честно всегда трудился и был очень... Он никогда не прошел бы мимо никакой беды. Он всегда всем помогал, все. Вот видите, как случилось. Сам Сергей Шубкин около 40 лет проработал в геологической отрасли Забайкальского края. Геолог-полевик оставил после себя открытые месторождения и рудопроявления. Геологические, геохимические карты, которые будут востребованы многими поколениями геологов. Медалями за родительскую доблесть второй степени были награждены супруги Дараевы из Магоитовского района и супруги Корнилаевы из Агинского района, в семьях которых достойно воспитываются по 8 детей. Медали за родительскую доблесть третьей степени получили супруги Никитины из Магоитова. В их семье воспитывается 5 детей. Медали за заслуги перед Забайкальским краем Константин Ильковский вручил директору Государственного природного биосферного заповедника Даурский Александру Бородину, который с 2002 года является руководителем заповедника. За развитие экономических и культурных связей между Забайкальским краем и зарубежными партнерами по итогам 2013 года поощрена премия Забайкальского края имени Николая Ивановича Дмитриева председатель законодательного собрания Наталья Жданова. Большое, искреннее, сердечное, человеческое спасибо за вас на самом деле у каждого на своем рабочем месте, но совершенно самоотверженный труд во имя нашей великой Родины России. Во имя нашего любимого Забайкальского края. Также почетные профессиональные звания заслуженных работников культуры, экономики, здравоохранения, правоохранительных органов получили 11 забайкальцев. Александра Леонтьева, Иван Лисичников и Павел Гончаров специально для Забинфору.